Аннабель очень известный всем сорт. То есть такие белые цветущие шапки, круглые, но чуть-чуть у Аннабель немного вот эти соцветия как бы разваливаются, не держатся. Но есть сорт Баунти. У нас, кстати, есть в продаже Баунти. Я даже думала, что Баунти невозможно сейчас было найти, очень сложно. Где-то до метра высотой шапки огромный, четко держит стебель, не разваливается. Огромный цветущий куст Баунти. Вот мне он больше нравится, чем Аннабель. Есть Аннабель, Стронг Аннабель, Пинк Аннабель розового цвета. Но древовидные гортензии зацветают первыми в саду. И посмотрите, здесь, конечно, у нас дальше Magical Moonlight оправдывает себя вот этот сорт. Большие такие красивые соцветия. Sunday Phrase, компактные кусты. Чем интересный Sunday Phrase? Небольшие соцветия. Если Polar Bear сравнить, конечно, у Polar Bear огромные такие соцветия. У Sunday Phrase они маленькие, более нежные. И Sunday Phrase очень нежный, красивый переход от белого к розовому. Нежнейший переход. И столько цветов практически куста не будет видно.